Власть почувствовала себя непогрешимой, как любая власть, которая слишком долго держится на своем посту. Президент почувствовал себя императором, который единственный отвечает за все, единственный прав. Это логичный конец любого автократического режима. А конец? Ну, конец не за горами. Когда, так сказать, кастрюли плотно накрывают крышкой и не дают пару выйти никак. Раньше как-то еще давали, перестают, плотно закрывают крышку, кастрюля продолжает кипеть. Они делают вид, что ничего не кипит, а на самом деле кипит. И это все, этот котел просто взорвется к чертям. Так в российской истории уже неоднократно бывало. То есть думается, что такими вот методами репрессивными не удастся подавить эти протесты? Эти конкретные протесты, возможно, и удастся подавить. Для того, чтобы протесты стали более широкими, не только московскими, да, не только для маленькой прослойки продвинутых в политическом смысле граждан, а чтобы эти протесты стали широкоформатными, нужно на самом деле не очень-то много. Например, падение уровня жизни до критической отметки. Мы к этой отметке приближаемся неуклонно, чтобы там с экранов не говорили. То есть, когда люди толком поймут, что завтрашний день для них в черных тонах в плане финансов, простые люди, когда они поймут, что дальше перспектив нет, тогда это все сдетонирует в большой взрыв. Они думают, что на их век еще хватит этой кипящей кастрюли, что они, может быть, даже отчасти подозревают, что их дети еще продержатся, но на самом деле нет. Среди них наверняка есть аналитики в каком-нибудь Кремле, там, в аппарате президента, которые видят всю картину целиком, но у них есть свои интересы. Может быть, им выгодно, чтобы так все кипело, а потом взорвалось, и они на, так сказать, революционных пожарах погреют свои потные ладошки. Александр, расскажите, у вас внутри, ну вот, культурного общества, культурной элиты происходят сейчас еще какие-то дискуссии по поводу того, нужно, не нужно выступать на каких-то концертах, которые организовывают власти? Или уже все давно определились со сторонами? Да нет, я сам, например, не считаю, что я нахожусь на какой-либо из сторон. Но, например, если бы, скажем, вот во время шашлык этого феста пресловутого, да, естественно, на котором мы бы участие не приняли, потому что это конкретная демонстрация своей позиции. Как бы там ни старались музыканты, которые в итоге играли на этом фестивале, сказать, что им пофиг, и они любят музыку, но выступать на мероприятии, которое явно, очевидно, делается с политическим уклоном. Вот. То же самое я бы точно так же поступил бы, если бы мне предложили выступить, например, под флагом там же того же Навального. То есть для меня это... Я просто наблюдаю это все как такой стародавний социолог, я с социологическим образованием. Лично я продолжаю делать свое дело. Я пишу музыку и пишу, и пою о человеческой душе. По разные стороны баррикад эти души находятся. Но мне, конечно, больно видеть то, как бездумно и слепо наше государство ведут твердой рукой к пропасти. А почему не выступали бы под флагами Навального? Потому что я, опять-таки, как старый закалки социолог, политолог отчасти, в свое время участвовавший непосредственно в организации выборов в Петербурге в конце 90-х годов, еще в то время, когда как бы у нас была демократия, я хлебнул этой политической кашки. Я знаю, что все, кто маломальски выдвигается в этих политических кругах наверх, становятся заметной персоной. Вот до того момента, как он выдвинется, он проходит путь, по пути которого с него слетает последние остатки совести, чести, достоинства. И известными политиками становятся только абсолютно бессовестные, беспринципные люди, которые на самом деле привыкли уже мерить мир в системе политической, то есть в системе противовесов, договоренностей, где нет места морали, нравственности и вот этим всем вещам. Но это же не во всем мире так. Это во всем мире так. Просто, более того, это еще более бездушно устроено на Западе, но там система противовесов выстроена таким образом, что ты волей-неволей вынужден считаться с имеющейся противоположной политической силой. У нас она абсолютно отсутствует, система противовесов. Поэтому все и выглядит так убого, мерзко и одновременно даже страшно местами.